В правительстве рассматривают вопрос выплаты пособий казахстанским семьям, имеющим от 1 до 3 детей. Таких семейных пар в стране насчитывается почти 2,5 миллиона. А что касается многодетных семей, то с начала года они начали получать пособия по новому формату. Их почти 380 тысяч семей. Об этом сегодня на заседании Мажилиса сообщил вице-премьер Бердибек Сапарбаев. Он добавил, что малообеспеченных семей в этом году также обеспечат жильем. Для них уже предусмотрели порядка 13 тысяч квартир. В прошлом году малообеспеченным семьям было выдано 11 тысяч квартир, в том числе около 2 тысяч за счет спонсоров. Сейчас мы взяли на себя обязательство в 2020 году довести этот показатель до 11 тысяч, а с помощью спонсоров выдать еще 2 тысячи квартир.